Привет, друзья! Обязательно посмотрите этот ролик до конца. Это эксклюзивный ролик про American Top Team. Такой познавательный. Чем он уникален? В American Top Team снимать нельзя. Но Стефану разрешили, и мы для вас делаем этот ролик эксклюзив на Heavy Metal Gym. Давайте посмотрим. Ну что, друзья, вот мы уже в Fort Lauderdale. Ждем Стефана. Естественно, вот вы можете наблюдать, смотрите, здание American Top Team. Сейчас справа будет уже большая такая их вывеска. Запоминайте адрес. Вот. 5750 North State Road 7, Coconut Creek, город, штат Флорида. Вот база основная. Хотя они, конечно, везде разбросаны, но вот здесь основная база American Top Team. И сегодня должны мы вам показать тренировки, тренировки профессионалов. Я пригласил еще своего друга. Из Майами приедет Дэнни Монтана, тоже, может, что-нибудь снимет у себя на канале. В общем, будет интересно. Стефан уже в дороге. Как всегда, я приезжаю раньше всех. Ну что, пойдем? Привет, друзья! Мы здесь в American Top Team. Привет! Как обещали вам, друзья, будет хорошее интересное видео, вы много чего увидите. Сейчас мы вам покажем зал. Маленький магазин, где продаются вещи, одежда American Top Team. Да, здесь можно купить одежду. Стефан, говори громко, как всегда. Здесь много одежды можно купить, очень хорошее качество. И там все это American Top Team есть для женщин, для сумки, для мужчин, сумка, много там чемпион, люди, которые не знают, American Top Team 2 года подряд самый лучший клуб в Америке для Mixed Fight, самый лучший клуб в Америке для Mixed Fight и один из самых лучших в мире, очень много чемпионов, можно посмотреть повсюду, там есть трофи, призы, кубки, людей, призы, которые выигрывали здесь. Маленькая часть. Я работал здесь 8 лет. Это не было в этом здании, было в предыдущем здании, в здании новое здание. Примерно практически 8 лет работал. А Эвертон, вот сейчас, который работал, мой друг. Который мы делали, да, видео уже. Коктейл? Мясо не коктейл? Это мастер-котел? Нет, там помнишь? Вот их не чемпионские пояса. С обеих сторон. Эмблема сама здесь, вот у них такой ресепшн, можно сказать, вход. Устраивают тоже детские лагеря. На лето, может быть, там ребенок. Здесь вы видите вот людей, тренирующихся. Восьмиугольник вон там у них. О, вон дети, смотри. Может, ходить? Сейчас. Стефан, как всегда, везде с нами любим. Ты себе меня вник на гусе? Весь бал, он который тебе попросил, Хабиб. Сейчас, мы-то керида, мы-то керида. Мой канал 70 тысяч секундов. Я ебан. Большая такая академия, большой зал, очень много людей тренируется. Как вы видите, нам
борьбу, удары отрабатывают. Потихонечку вам, конечно, все покажем. Реструмы, как везде. Майк. Ну, тут мамы ждут своих детишек. Тренажерка маленечко есть. Значит, она и она бывшая чемпионка UFC, очень известная. Известная в UFC. Она больше всего страйкер, очень хорош. И там тренируется Майк Браун. Есть Юриши, это тоже чемпион из Ризин, это самый большой турнир в Японии. Люди, наверное, знают его, очень хорошо. Каждый день работают? Каждый день японцы. Да, японцы. Да? Да. Покажи, Юрчик, у нас показываешь. Вот она сидит. Егор, ты да Руси, канал Зомбомбадо, он был на канале. Карат Сапату, известный боец UFC, и будем там тренировать сегодня. Там мандарин Руси! Запринаю, а потом Да, конечно, да. Мы приехали, вот Стефан, лучше с ним сфотографируйтесь, он после тех тренером American Top Team, самый известный тренер. Стефан! Он говорит по-русски. Тоже русские ребята, они с ними, они тренируются здесь, в бою. Ты выступаешь, как по бою? Да, я не моя жена, ребят. Вот даже своих подписчиков нашел здесь. Удивительно. Вчера тоже, да? Слушай, знаменитый ты здесь, тебе надо в Майами приезжать. Давай втроем. Хочешь тоже? Давай. Я тоже работаю. Большой зал там хороший. Очень людей как-то нравится. 3 часа, да. Ну там парки, мало ли, приедете на развлечения. Ну, а тут приехать. Что-нибудь сделаем. Нам типа помогла. Да? Ну, да, очень важно. Очень сильно помогает. Спасибо. До свидания. Теперь будем начинать в субботу. Есть light sparring называется. Это как легкий sparring. Будем начинать сейчас. Бразильские братья. Ele quer treinar, ele é louco.
it up more than any. А Егор не рассказывал про Ракаю в своем видео? Еще пока не рассказывал, надо будет сделать отдельную историю. Интересная история-то. Человек-терминатор. Тоже учит русский язык, между прочим, с русскими корнями. Большой турнир в Азии. Одни чемпионы. Чем мы тут делаем? Ну что я удивился, никогда не думал, что здесь встречу людей, которые меня знают, подписчики моего YouTube канала. Вчера тоже, да, в другом месте. Кстати, муж с женой, жена выступает в UFC, уже 7 боев провела, и похвалили меня именно за информацию, которую я даю для девушек, как тренироваться во время цикла, потому что очень это важно. Девчонки меня поймут, парни не очень. Очень нужно знать, как что кушать, как себя готовить на каждом из четырех фаз. Но кто не знает, рекомендую ознакомиться в статьях или купить мою книжку. А так вот здесь, конечно, очень все интересно, и мужчины, и женщины, девушки такие, честно говоря, что... И дети, все. Я думаю, любая из этих девушек обладает самую большую качку. 2 года. Ну, чтобы видели, здесь, смотрите, простые люди, чемпионы, тренируются все вместе. Как сказал Стефан, 2 года подряд в Америке этот клуб, где мы сейчас находимся, является лучшим вообще по бойцам, по соотношению боев, побед. Даже в субботу здесь народу много. Полный зал. Чтобы понимали, сейчас вот утро, 11 часов. Тренировка в самом разгаре. Видите, и дети, и мужчины, и женщины. Главный тренер по кикбоксу. Очень хороший. Джон! Мартинс, UFC, очень известный Адриано Мартинс, который выступает в UFC. Ele tem um канал no YouTube, né? Edge Fitness. Não fitness, tá? Tá o tudo fora. Mas esses atletas do Brasil, Восьмиугольник тренируются люди, которые будут выступать или уже либо близко к соревнованиям, либо когда уже начинают тренировать.
Посмотри, разным чемпионом. Это Йоанна, которую мы раньше показали. Йоанна, Григоши, этот японцы, который Гризин, Майк Браун, который был там тренером. Видели, Аманда Нунис. Аманда Нунис все здесь. Это Диего Лима, этот Беллатор чемпион. А вот она там, который мы снимали. Недавно видео с ним делали. Да, да, он здесь, да. Он здесь. А тоже Дева, Аманда Нунис. Мне еще понравилось, они все тренируются, и чемпионы, и чемпионы, все чемпионы в одном месте, да? А здесь вот они могут покушать. И здесь кафе. Кафе. Нормуль. Интересно, чем кормят? Да. Что кушают они здесь? Нормальная еда, здоровая? Всякая. Хочешь смотреть там... парковка, у них три ван, знаешь, это как грузовик? А, мини-ван? Мини-ван есть три, потому что очень сильно детская школа. И они что делают? Они после школы, школа обычно заканчивается где-то в 3, либо 3.30 дня. Они их забирают? Они с три, с тремя этот ван по разным школам берут все дети, и они остаются здесь до 6 часов. Расскажи, сколько стоит здесь тренироваться? Сейчас. Пока... здесь тихо, хорошо. Нет, потом, мой. Сейчас потом? Я хочу... Работают и субботу, и воскресенье? Все дни? В воскресенье есть... А, воскресенье выходной, да? Для детей еще ковер для детей. Сколько лет? Кому домой идти, да? Это Карина, да? Карина, да? Привет! Она тоже чемпионка. И она выступала в джиу-джитсу, и чемпионка Бразилии по джиу-джитсу. Здесь персональный? И она персональный тренер. Она здесь персональный тренер. Hi! Hello! Сколько лет уже этой школе и вообще American Top Team? Вот этой школе сколько лет? Эта школа примерно 3 года. 3 года. Построили свое здание? Построили это, да? Это сам свои, да. Мастер Кона, который сделал это видео. Кто дал денег? И Дэн Лэмберт. Дэн Лэмберт это большой инвестор. И Дэн инвестор Лэмберт есть, да? И сделал. Ага. Донни! Донни! I'll be right there. Это школа закрыта, но для занятий. Внутри, это тоже для детей. Угу. Они делают для домашних заданий. Дети тоже, когда приедут сюда, лагерь для детей. Комнаты для детей. Они сначала сделают домашние задания, после домашних заданий сделают физическое воспитание, потом кушают, потом еще расписание. Кормят детей даже здесь, видишь? Есть учитель, который уроки с ними делают, есть взрослые? Есть, конечно. Они, когда внутри, взрослые, все время с ними. Да, круглый они... год так, да, или только лето? Не, это круглый год. Круглый это, год. Это называется after school программа. Удивительно. Сколько стоит такая школа? Программа для родителей? Смотрит. Стефан, смотрит. Самое интересное будет для людей. Цена вопроса. Это тоже... Юэл Ромеро, я раньше его тренировал тоже. Черного? Юэл Ромеро, да. Угу. С Куба, очень известный. Тайрон Уодли, смотри, тоже чемпион был. И здесь это Хорхе Масвидал, Виктор Ломбард, я несколько, примерно 8 лет с ним работал. Чемпион Беллатор, мы выиграли несколько боев, это в UFC. И здесь только для людей, которые живут здесь, можно примерно 25 до 30 на второй этаж. Сейчас это мой ученик Дани. Так что, друзья, видите, все возможно. Можно найти инвестора, открыть не просто зал, а целую школу. Дани, мой друг Дани. Я used to train him. He has a big channel in YouTube. Oh, really? 125,000 views. Oh, big. And then he makes like fitness. He has a nice gym in Orlando. When you go there, oh, in Orlando, really? Iron Legion gym. Nice. Yeah, 24 hours. Really? Very, very nice. Good, man. Nice to meet you. Yeah, let's talk.
Так что здесь даже можно жить детям. Да, это очень важно для многих. Вы спрашивали, сколько будет стоить это все обучение. $160 стоит безлимитное посещение, хоть каждый день ходи в тренажерный зал, независимо, мужчина, женщина. $300 стоит на семью, муж, жена и дети. Два ребенка. Если вы хотите ходить только два раза в неделю, вы можете заплатить $125. А вот та программа, когда детей забирают на автобусах со школы, привозят, делают с ними домашние задания, тренируют, до 6 часов они там находятся, такая программа стоит $350 в месяц. Вот такая, друзья, информация. Это не тот парень, который вчера к нам приходил. Вот, не, похож. Похож. Это Эвертон, тренер American Top Team, он тренер Аманда Нунис. Он главный тренер Аманда Нунис, чемпионка UFC, самый лучший женщина в мире сейчас. Да, Аманда Нунис очень много чемпионов сейчас. Номер один, это Джо Мига сейчас тренируется, поэтому так быстро с ним разговариваем. И есть ребята из России, тем лучше, вот они, сути, тренажерный зал. Есть очень интересные тренажеры. Мы вам покажем. Thank you.
Стефан. Здрасте. Представь, Стефан, ребята. 8 лет был главным тренером American Top Team. Он учился, ученик Силуянова, работал с Силуяновым, если кто не знает. И учился в Бразилии, учился в России. Этот человек автор множества книг, и ему правительство Бразилии вручило недавно медаль. Это вот как наше Министерство образования за огромный вклад в развитие спорта мирового, бразильского. И просто очень простой, хороший парень. Проще, чем мы с тобой. Говоришь на бразильском, на русском, на английском, на португальском. Я просто лох. Бразильский, я просто португальский. Лох. Один язык, но ничего, все равно как минимум три. Я уже 6 лет живу в Америке, русский стал забывать, а английский так и не выучил. Окей. Ребята, сегодня очень много интересного. Покажем вам, как тренируются самые лучшие бойцы в мире. Много чемпионов будет посмотреть. Здесь коротко расскажем. Несколько сделали чемпион в UFC, тоже было Тайрон Уодли, Робби Лоллер, Джоанна, Джунадо Сантос, есть Беллатор, Гектор Нубар, Диего Лима, там есть WC, Майк Браун, он здесь тренируется сейчас, Нейтан в PFL, вот, турнир по Обратите внимание, здесь тренируется в конце, да, и все тренера будут посмотреть, как мой друг. После того, что я уехал, либо стабилизатор, либо два телефона берем. Один записывает. А потом сводите? Разница просто колоссальная. Да. Надо делать тоже так будет. Мне жалуются все. Дэн, а вот там весовые категории, другие пояса, видишь, еще тоже их есть. Ой, да. Это только самый лучший турнир в мире. Да. Вот там, на втором этаже, видишь, там люди сидят. Там отдельная комната, кухня для каждого, кто хочет жить здесь. А, кампус, здесь есть кампус. Можно снимать квартиру здесь. Вот смотри, там видишь, боец. Да. Там есть курня, там есть диван, там есть телевизор, там есть все для жизни. Я не знаю, если 12 или 14 разных комнат, каждый по 2 кровати. Можно около 30 спортсменов жить там. Все полный. Они делают это для людей, которые приезжают за границу. Бороться, да. Допустим, на камп. 6 недель, 8 недель. Да. Угу. Вот его тоже себе вставляй, когда он будет говорить, почему да. Нет. Канат есть, байкрен, все. Бори, видишь, бори. И дети. Дети, главное дело. Я только в школе позабираю. А вот здесь уже тренируются перед боем. Непосредственно. Да? Попозже. Здесь есть... О, бегать можно. Да. И бега, и упражнения сделан, и ускорение, и ковер для специальных упражнений. Разные. Хороший зал. Дэнни Монтана подъехал, другой блог. Пошли тогда. Another fitness guy. Yeah, his friend from Ukraine. Yeah, from Ukraine. He very cool workout man. Чемпион. Okay. Рекорд, книга рекордов Гиннесса. Он установил рекорд. Команды? Да.
Привет! Здравствуйте. Привет. Привет. И малыш. Вот так вот. Мы тут встретились. Что такое? Очень много чемпионов. Но знаешь, что самое удивительное? Подошли ко мне двое русских. Знают твой канал. Где только тут я не ожидал. Девушка, она что? 7 боев уже провела. Вот это школа. Друзья, помните, да, мой друг Дэнни? Вы ребенка показываете? А вот его жена Юля красавица, тоже вот такой у них малыш появился. Я с ним фотографирую, чтобы вы видели. Я же у мамы доехала, я думаю, вот бы поехать в мол и снова фотку так. Там. Да, на том же месте. Девочка сразу видно. Пока пальчики некуда цеплять. Спортсменка растет. Ты молодец, какой-то молодец. Уже на пасочку проверила. Чемпион, one championship. One championship. Мы из России, мы живем в Орландо. Живешь здесь, ты ничего не понимаешь? А, ты помнишь? Не будет больше? Нет. Когда? Уже скоро? 9 мая. 9 мая? А, удачи. Дагестана парень, да, в Нью-Йорке 9 мая будет бой у него. 9 мая. Спроси. Здесь все простые ребята. Чувствую, я плохо слышно здесь будет. Да. Полным ходом идет тренировка. Привет. Хорошо. Здравствуйте. Да, тоже тренер. Очень хороший тренер. Бруни, очень хороший сюжет. Очень много людей говорят по-русски. Даже не русских, а говорят по-русски. Вот наши ребята. Привет. Да, вот эти ребята тоже русскоговорящие из Украины, они блогеры и тоже здесь живут, только не в Орландо, а в Майами. Так, снимем, как здесь в туалетах. Здесь также есть переодевалки, шкафчики. Все очень цивильно. Зданию всего 3 года. Здравствуйте, ребята, здесь Майкл Чмик, будет для канала Егора снимем видео, как сделать упражнение с помощью прибора VersaClimber, как сделать поправку. Можно посмотреть чемпион EFL будет вступать через 5 дней. Как мы сделаем здесь? American Top Team, это VersaClimber, это прибор, который мы сделаем, работа на выносливость. Пока еще не сниму. Если у меня спаррингов нету, то может это чуть позже начну спарринг, а пока больше. Он собирает тебе соперников для спарринга, партнера. Да, просто когда я весовую перешла, я выше поднялась. Я раньше была 52 дралась, а сейчас 57 перешла. Потому что 52 сильно худая была, гоняла, да. Да, я, получается, не била, я уже столько энергии потеряла, чтобы уже вес сделать там. Но там на воде гоняешь, я бы такая, одни кости были просто. Я даже не понимаю, когда вот так гоняют, сил уже уходят. Да, ну просто не было же весовой закилоги, просто...
Okay. Ready for the next fight? Yeah, ready. I'm ready for the next fight. Вот Ларин справа, главный тренер American Top Team, сейчас чемпион Дэнни Сана берет интервью. Все окей? Все. Пока. Пока. Дэн, давай, тоже рад был тебя видеть. Давайте. Увидимся, делимся, еще. Ребята, подписываемся на канал. На мой. Расскажи, надо. Расскажи, что там у тебя на канале. Ты сейчас же меняешь контент, да? Я стал часто снимать вайны, шуточные ролики, короткие, по полторы, по две минуты. Мне нравится, лучше заходят, мне нравится их снимать, потому что тренировок я наснимал уже очень много. Я все поэкспериментирую с контентом. Конечно, буду тренировки дальше показывать, вот как эту сегодняшнюю, например, замечательную тренировку бойцов, да, мы самое показали. Самое главное, ты как прогрессируешь в жиме, будешь знакомить своих подписчиков дальше, да? Ты же не забрасываешь. Буду прогрессировать в жиме, и также я готовлюсь побить свой рекорд Гиннесса. Здесь в Майами будет чемпионат 8 июня, я сейчас тренируюсь, да. Это круто. Ну ладно, ребята, хорошего вам дня. Увидимся еще. Всем пока. Отсняли для вас целую кучу видео. Жена уже ворчит, устала. Но вот, видите, машину Стефана впереди. Едем заправиться, едем кушать с тренерами American Top Team. И... все довольны, все счастливы. Так что, друзья, все супер, все на позитиве. Окей, ребята, не пропустите наш следующий фильм, видео. Мы снимали, как правильно и как сделать работу на Assault Bike. В Америке тоже называется Airdyne. На выносливость, как использовать, другое видео сделали, как использовать VersaClimber. Это очень хорошее видео, поэтому не пропустите. Давай, ребята, обнимаем. Да, и, друзья, обязательно подписывайтесь на Instagram Стефана, задавайте ему вопросы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили в следующих видеороликах. И не забывайте, что 1 июня стартуют курсы, первый уровень, полугодовые курсы. Кому интересно, посмотрите ролик, ссылочку я дам, или напишите мне в личку. Только 20 студентов. 20 человек всего будет. 20 человек, не пропустить. Окей? Давай. Всем пока.